Я понимаю, что хотела выразить в своей блестящей песне Лара Фабиан. Это настоящая любовь, настоящее чувство. Но я хочу сказать о том, что сегодняшний день меня поразил, потому что такого идеального катания на шоу «Звездный лед» я еще не видел. Как не видела такого идеального катания у Леры Кудрявцевой. Вообще, женщина, которая видела Ленина, оказывается, делала с ним революцию. Маленькая помарка, но разве может она помешать нам наслаждаться этим выступлением? Здесь мы видели номер, когда рядом с олимпийским чемпионом Лера Кудрявцева стала полноправной его партнершей. Больше того, они слились воедино. Феноменальные поддержки. Ему нравится с ней выступать, но Лера стала фигуристкой. Удивительное дело. Она наконец-то прониклась вот этим образом настоящей спортсменки, настоящей леди в спорте. И я представляю, друзья, как вы сейчас у экранов телевизоров своих беснуетесь, глядя на это. Яркое, динамичное, правдивое выступление Леры Кудрявцевой и Гвендали Питера. Ну а какая концовка? Боже мой! Что она делает? Что они делают? И посмотрите. Что скажешь? Она плакала после этого. Я тоже плачу, Лера. Ну что ж, как это выразится? Вас только жюри. Мы все ждем. Итак, оценки Леры и Гвендали. И Анатолий Чайковский. 6-0. Николай Басков. 6-0. Сосо Павлиашвили. 6-0. Алла Сигалова. 6-0. Игорь Бобрин. 6-0. Именинник Наталья Вестемьянова, кажется, я знаю. 6-0. Счастливы они, слава Богу. Спасибо вам большое.